Отработали падение, отработали первые движения руки вверх, руки в бок и, конечно же, попробовали подняться на подъемнике на веревочке, потому что держит, получается. Так что, я думаю, все будет хорошо, и в следующий раз уже будут повороты, и будем уже делать слалом и выступать на соревнованиях. Я еще хочу в ресторане покушать.